Отец наш Небесный, мы склоняемся перед Тобою и славим Тебя, ибо милости и любви Твоей полна вся земля. Также Дух Твой Святой объемлет также всю землю. И мы молим, Господи, чтобы силы Духа Твоего, Евангелие, весть любви и спасения была проповедана и в нашем городе, и по всей земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Здравствуй, дорогая церковь. Мы рады приветствовать вас сегодня на субботнем служении. Вот. И хотим начать служение со 111-го псалма. Одну секунду. Так. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своих на суде. Он вовек не поколеблется, и вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповает на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. А сейчас, дорогая церковь, сердечно приглашаем вас принять участие в пении гимна 256 «Господь ведет меня всегда».
церковь приглашается к совместной молитве. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что Ты подарил нам церковную семью, чтобы всем вместе участвовать в богослужении каждую субботу. Благодарим Тебя за все благословения, которые получаем, когда сближаемся с Тобой. Твоя любовь настолько ценна, что не имеет цены, и мы с благодарностью принимаем Твою любовь к нам и хотим лучше узнать Тебя, пребывая на церковном богослужении. Во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Интересную историю услышать не хотите ли? Ребят, сегодня мы с вами будем разговаривать о таком библейском герое, как Савл. Помните такого?
Может быть, кто-то помнит, как его по-другому еще потом называли? Павел, точно. Да, Павел, известный также как Савл, родился в Сицилии. Сейчас это наша, да, современная Турция. Хотя он и был римским гражданином, но он был евреем, и поэтому образование также он получал еврейское. И после Иисуса первых христиане подвергались гонениям, ну, то есть их не очень любили, но потому что они оставались верным Иисусу. И какое-то время Павел сам принимал участие в этих преследованиях. Он считал, что в этом вся его жизнь, представляете? Он думал, что действует во благо своего народа, преследуя, уничтожая христиан. Он думал, что они сеют какой-то раздор внутри страны. И он этим самым делом получал поддержку от священников. Но однажды во время его путешествия в Дамаск у него было видение. Савл увидел чудесное явление света с неба, от которого он упал на землю и потерял зрение. Лежа на земле, он услышал сверху голос Иисуса: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И спустя, ну, его подняли, довели до дома, и спустя 3 дня, в течение которых он не видел ничего, не ел, ничего не пил, к нему пришел местный христианин Анания, возложил на него руки, и только после этого Савл вернул зрение. И это, ребята, был первый момент в его жизни, такой поворотный. Бывший в какое-то время, он был противником христианства. И вот в этот момент он становится верным и послушным Богу праведником. Во время своей миссионерской деятельности он очень много путешествовал. Также Павел провел остаток своей жизни в написании трудов о христианстве и наставлении людей, которые еще ничего не слышали о небесном нашем Отце. В начале своей жизни апостол Павел думал, что, ну, его предназначение жизни в том, что, ну, как бы он делал, да, и он думал, что Бог именно так, ну, уготовил для него именно такую жизнь. Но потом, когда случилось именно вот это вот с ним явление, когда Бог явился ему, и Бог ему сказал, что ты будешь сосудом в моих руках, да, и совсем жизнь твоя изменится. И после этого именно Павел говорил, что он раб Иисуса Христа и теперь исполняет действительно волю Божью. Но он узнал, для чего был рожден в этот мир. А также апостол Павел говорил, что благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом, а также учителем для всех людей, этой темы он пишет вот что: не о себе только каждый заботится, но и каждый и о других, как и мы с вами тоже должны заботиться о других людях. То есть для каждого из нас с вами Бог приготовил, ну, какой-то особенный, наверное, смысл нашей жизни. И мы должны повиноваться, да, воле Божьей и принимать это предназначение, потому что мы творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые и предназначил исполнять для нас Бог. Помолимся? Давайте помолимся. Встаем для молитвы. Сережа, встаем для молитвы. Встаем, помолиться будем. Давай. Пожалуйста, помолимся. Все, закрываем глазки. Дорогой Боже, спасибо за каждую жизнь, которую ты даешь. Спасибо за мою жизнь, за жизнь каждого из деток. Прошу, дорогой Иисус, благослови нас исполнять волю твою. Помоги нам понять, что, Господь, мы должны делать в нашей жизни, какими мы должны быть послушными, верными тебе. Помоги нам исполнить все, что ты говоришь в твоем слове. И просим тебя, Господь, помоги нам принимать это с радостью, все, что не случается у нас в жизни. А сейчас благослови нас на служение, и пусть мы будем сидеть тихо и внимательно слушать те слова, которые ты хочешь нам сказать. Аминь. Аминь. Сейчас нарисуйте на своих местах, кем бы вы хотели быть. Вот.
А сейчас споем нашему Господу гимн 253 «Кто побеждает?». Дорогие братья и сестры, объявляется сбор добровольных пожертвований и десятин. Каждый год в нашем мире происходят денежные реформы, инфляции. Люди живут в страхе перед будущим днем. Цены растут, а зарплаты не увеличиваются. Статьи расходов становятся все выше и выше. На те гроши, которые остаются после выплаты ежемесячных взносов, нужно прожить еще до следующей зарплаты. И нам кажется, что мы не можем уже совершить что-то великое. Кому нужны наши копейки, центы? Но однажды десятицентовая монета построила большую церковь. В 1879 году в Батл-Крике была построена десятицентовая скиния. Когда строительство было окончено, в ней могло поместиться более 3000 человек. Все мечтали о том, чтобы построить церковь, но ни у кого не было денег. Тогда Джеймс Уайт предложил собирать понемногу каждый месяц. Как известно, с миру по нитке. Идея построить что-то грандиозное за небольшую цену захватила всех.
Даже дети, казалось, получали удовольствие, пытаясь превзойти друг друга. Действительно, что значит пакетик конфет в сравнении с чем-то таким большим, как церковь? И хотя нам порой может казаться, что мы не в состоянии сделать что-то глобальное, с Божьим благословением даже малое способно на великое. Сейчас у нас с вами есть возможность поблагодарить нашего Господа за Его любовь и заботу, и за те собранные дары. Дорогой наш любящий Небесный Отец, славим и величаем имя Твое чудное. Благодарим Тебя, Всевышний Господь, за то, что Ты каждого знаешь по имени, за то, что в это тяжелое время Ты знаешь нужду каждого из нас и помогаешь нам не просто выживать, а восполняешь всякую нашу нужду. Благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность отдавать десятую часть от всего, что мы заработаем, а также, Господи, приносить еще и пожертвования, дары в Твою сокровищницу. И несмотря на то, что мы отдаем, мы получаем, мы не остаемся в убытке. Слава Тебе, великая благодарность за это. Господь, благослови эти средства. И пусть это малое вырастет во что-то глобальное и большое и поможет какому-то Твоему чудному проекту. За все Тебе, Господи, слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Господи, прости меня за все, прости мне мои мысли и слова. Господи, прости меня за все, прости мне мои грешные дела. Господи, прости меня за все, за то, что не умею жить в любви. Господи, за все меня прости и дай мне силы за Тобой идти. Я знаю, свет Твой сильнее всякой тьмы, Он спасет меня, сохранит от ада. Не унывай, душа моя, не смей, Бог Твой Спаситель, уповай и верь. Господи, Твоя любовь сильней, чем все мои сомнения и страх. Господи, и вереницы дней Ты
держишь жизнь мою в своих руках. Господи, освободи меня, из плена душу вызволи мою. Господи, полети душа навстречу Твоему огню. Я знаю, свет Твой сильнее всякой тьмы, Он спасет меня, сохранит от ада. Не унывай, душа моя, не смей, Бог Твой Спаситель, уповай и верь. Я знаю, свет Твой сильнее всякой тьмы, Он спасет меня, сохранит от ада. Не унывай, душа моя, не смей, Бог Твой Спаситель, уповай и верь. Спаситель, уповай и верь. Дорогие братья, дорогие сестры, не менее дорогие, горячо любимые гости нашей общины, нашей церкви, рад вас всех видеть, рад вас всех приветствовать. Именем нашего славного Господа Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится, как говорит апостол Павел. Я безмерно счастлив и рад, что мы с вами являемся вот этой одной Божьей семьей, имеем возможность вместе собираться на поклонение и, как написано в Библии, как Мария, которая избирала благую часть, садилась у ног Иисуса Христа для того, чтобы слушать наставления, назидания, которые Иисус говорил там в горнице, где бы они ни находились. Но все мы нуждаемся в присутствии Святого Духа, потому что никогда и нигде не было Слово Божье сказано по желанию человека или от его интеллектуальных способностей, но было всегда сказано по присутствию Святого Духа. То есть Дух Святой побуждал людей, и под вдохновением они записывали Писание, чтобы понимать и уразуметь его, нам необходимо с вами попросить Божьего присутствия, влияния Святого Духа. Помолимся Господу, попросим благословения. Наш Отец Небесный, мы благодарны, что Ты являешься нашим Творцом, Создателем. Мы благодарны Тебе, что Ты в Слове Твоем говоришь, что сотворил человека для жительства, сотворил его, чтобы человек счастлив был, поместил его в рай, в Эдемский сад, где он находился в Твоем святом присутствии, окруженный Твоей святой заботой. Там было сделано все для того, чтобы человек наслаждался жизнью, для того, чтобы мог быть счастлив, мог испытывать радость в Господе, радость от божественного присутствия и прикосновения, радость от жизни, наслаждался тем, что окружало его. Господи Боже наш, грех вмешался в нашу жизнь, и сегодня мы живем в атмосфере того, что в мире разводы, болезни, смерти, войны, голод, землетрясения, наводнения. Мы живем окруженные сегодня совершенно другой атмосферой. И причина, мы читаем в Слове Твоем, непослушание, неповиновение, желание избрать свой путь. Мы, Господь, Твои дети сегодня пришли не потому, что хотим следовать своим путем, а хотим избрать Твой путь, Господи, для своей жизни, потому что знаем, что даже здесь, на земле, мы можем создать атмосферу святого Твоего присутствия, атмосферу рая здесь на земле. Мы просим Тебя, дай нам Духа Святого, дай нам мудрости для понимания Слова Твоего,
как написано в Писании, чтобы мы знали, что нам делать, как нам поступать, как себя вести, как сегодня в уроке было сказано, заповеди Божьи, которые являются защитой, сохранностью нашей жизни. Благодать Твоя святая пусть будет с нами, Тебе хвала и слава. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. Ну что, осталось немного, еще три темы, которые нужно разобрать, их больше, но я думаю, что три достаточно. То есть сегодня тема будет, и будет еще одна тема о женщинах, о сестрах, и еще одна тема о мужчинах, потому что я думаю, что нужно сказать о мужчинах, что мужчина – это все-таки добытчик, и написано «охраняй», «сохраняй», «защитник». То есть добытчик и защитник – это два мощных качества, которые мы не можем пройти мимо. И почему мы не можем пройти мимо? Да потому что многие сегодня живущие мужчины на земле, они пытаются себя эту ответственность снять. При большом удовольствии. А чего не нужно делать? И приходил, написано в прохладе дня, общался с ними, смотрел, чем они там занимаются. Ну и дальше давайте, начиная с процесса грехопадения, и дальше о чем Библия, о чем?
вы увидите, что Библия описывает отношения людей, отношения друг с другом, с царствами отношения и взаимоотношения человека и Бога. То есть Бог говорит, что человеку нужно, а из чего не нужно, человек поступает по-своему. Вот мы с вами имеем Библию. И чем же Библия заканчивается? Библия заканчивается тем, что есть люди, у которых имена Господа записаны на челе, правда? И это те, которые Господа, которые соблюдали Его заповеди, соблюдали Его постановления. Итак, друзья мои, Библия оказывается, вот мне нравится еврейское слово, еврейское выражение Библии, ну не Библия, Тора. Они называют Тору эмет. Эмет – это слово в сочетании из двух корней. Эм – мама, мет – смерть. От рождения до смерти человек должен понять смысл своей жизни, для чего он пришел в этот мир и что его ожидает в будущем. Вот что такое Тора. Но это не благодатный огонь, что прикоснулся ты головой, и все, и у тебя изменения в жизни. Слово Божье говорит о том, что необходимо чему-то научиться и следовать этому. И поэтому, дорогие мои молодые братья и сестры, если вы сейчас не научитесь, как вам строить свои отношения в будущем, какие вы должны быть? Что Бог пишет о вас, мои дорогие братья? Что Бог пишет о вас, мои дорогие сестры? Если вы не поймете, как устроены вы друг с другом, первое, что вас ожидает, вот я вам говорю как пастор, первое, что вас ожидает, у вас будут сильнейшие проблемы во взаимоотношениях. И вы придете и будете говорить, а что мне делать? Как мне быть? Вы будете долго молиться, стоять на коленях, а Бог уже все сказал в Слове Божьем, что нужно делать, а чего делать не нужно. Понимаете? Поэтому я считаю, что это очень важная тема, очень важная. И эта тема не для женатых, как сказали мне, для женатиков тема. Нет. Для них уже это поздно. Я шучу. Верующим ничего не поздно. Нужно в начале пути строить отношения правильные. Итак, сегодня наша тема называется «Мужчина как лидер», как тот, кому Бог дал власть, кому Бог дал все необходимое для того, чтобы быть лидером. И сегодня мы с вами будем говорить, что значит лидер. Вот задам вопрос. Вот здесь присутствующие, как вы считаете, какими качествами должен обладать мужчина как лидер? Давайте, и братья, и сестры, можете высказываться. Какие? Какие качества должны быть у мужчины-лидера? Ответственность должна быть еще. Что-что? Слово олова. Это... А, сказал, сделал, да? Чтобы держал слово. Еще. Мудрый, чтобы был. Еще. Инициативный лидер, да? Да, хорошо. Еще какой? А, чтоб здоровый, я согласен тоже, хорошо. Умный, чтоб был, выдержанный, чтоб был. Еще. Мудрый уже говорили. Еще какой? Трудолюбивый, чтоб был. Володь, что? Прощающий, чтоб был. Хорошо, много мы говорим. Это вот, братья, чтобы вы как бы уже, ну и я в том числе, я же тоже брат, мотай на ус, как говорят. То есть, чтобы мы видели, что ожидается от лидера. Ну, давайте мы посмотрим, какое Бог дает определение лидерству. Что Бог говорит о мужчине, как о лидере. Что же это за человек? Ну, хотелось бы начать немножко, знаете, с такого, ну, чтобы вы так в легкости сердца своего на хорошие, серьезные вещи настроились. Давайте мы посмотрим, что такое лидер. Что же значит быть лидером? Включаем. Лидер это тогда, когда вот все хорошо, все прекрасно, он вот такой, когда все хорошо и прекрасно, он вот такой. А кто у нас глава семьи? Это Дон Корлеоне. Дон Корлеоне такой сидит,
барин дома, да, такой, я мужчина, я глава семьи. Кто у нас глава семьи? А как только трудности, как несчастье, как какое-то переживание, там с работы уволили или там денег не выплатили, сразу вот так, вот такой. Вот такой, несчастный. Что делать, он не знает. И жене говорит, знаешь, что делать? Она говорит, да все, все решим. Он говорит, все нормально, да, возьми меня. И вот она, жена его, через его невзгоды и обстоятельства несет. Братья, не расстраивайтесь, сегодня тема позитивная, сегодня тема о нас, и поэтому все будет хорошо. Это вначале просто, чтобы мы увидели, как мы реагируем на те или иные события в нашей жизни. Часто получается так, что муж, как говорят еще, конечно, нехорошее слово, но вот иногда я женщин слушаю, они же рассказывают мне о мужьях своих, и они говорят так, они сравнивают мужа, я им запрещаю это делать, но они говорят, он как, вот, вместо того, чтобы монумент быть, как тряпка такой, чуть что, сразу слезы, нюни, он не знает, что ему делать, он пасует перед любой опасностью, у него там депрессия наступает, все, он не знает, что ему делать. Сегодня мы будем говорить о том, что нам говорит Бог. И если мы услышим, что нам говорит Бог, мы будем знать, что нам делать. И у нас такого состояния не будет. Откройте, пожалуйста, Бытие, 1 главу, 28 стих. Как Бог сотворил мужчину? Какой мужчина, сотворенный Богом? Какой мужчина? Как Бог сотворил мужчину? Бытие, 1 глава, 28 стих. Я хочу здесь ремарочку внести. Женщины еще нет. Здесь сотворен только мужчина. Все, мужа сотворил. 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Вот хочу, чтобы вы два слова услышали. Бог говорит мужчине, вот сотворил он человека, поставил Адама перед собой и говорит ему, «Адам, владычествуй и обладай». «Обладай ею и владычествуй». Вы слышите, какие слова Бог сказал нам? Братья, нам сказано мощное Божье слово. Бог нам говорит, владычествуй, обладай этим. Как обладать? Как владычествовать? Откройте, пожалуйста, книгу Притчи, 29 главу, 18 текст. Притчи 29, 18. Смотрите, что написано. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». В Библии написано, что если человек не знает, что ему делать, то есть он не знает руководства, он не знает значения вот этого «владычествуй и обладай», у него проблемы. Необуздан становится человек. На каждое начинает делать, помните, как написано в Писании, Слово Божье говорит о том, что если нету наставления свыше, то каждый начинает делать то, что считает правильным. И мы имеем семьи, разные семьи. И в каждой семье написано в книгах свои устои, свои какие-то взгляды, свои ценности какие-то. Эти ценности передаются по наследству, но не всегда это правильно, друзья мои. И вы, будучи, вы вышли из каких-то семей. Кто-то из одной семьи, кто-то из другой семьи. И если мы не поймем, что нам нужно срочно что-то внести, какие-то коррективы, изменения, будут проблемы в нашей жизни. Итак, что значит владычествовать? Слово «владычествуй», «обладай». Еврейское слово мы можем перевести как слово «видение», «имей информацию», «знай», «знай, как это делать». То есть владычествуй – это значит «знай, как управлять», «знай, как расширять», «знай, как это сделать, рай по всей земле, как сделать». Бог ему говорит «владычествуй и обладай ею». Слово «владычество» можно перевести как, оно имеет значение – откровение или предсказание.
у тебя должно, если ты хочешь управлять этим, что я тебе даю, говорит Бог, у тебя должно быть откровение и предсказание. Ну, слово так переведено, предсказание. Ну, мне больше нравится откровение. Что значит откровение? То есть тебе Бог должен сказать, что делать в этом, с этим обстоятельством. Раз мы говорим о семейных отношениях, то есть о взаимоотношениях мужа и жены, о взаимоотношениях мужчины и женщины, значит, мы будем в этом контексте и рассматривать, что нам говорит Бог. Притчи, 4 глава, 11-13 текст. Видение, откровение – это то, что сказано самим Богом. Бог сказал нам что-то, что мы должны делать. Сегодня мы с вами, братья, увидим, что же нам Бог сказал, что мы должны делать как лидеры в своей семье. Притчи, 4 глава, с 11 по 13 текст. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям правым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не запрыгнешь жене на плечо». Вы слышите? «Когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления. Крепко держись наставления. Не оставляй. Храни его, потому что оно жизнь твоя». То есть, если тебе Бог дал, как Моисея, мне понравилась молитва Моисея, когда Моисей обращается к Богу и говорит ему, говорит: «Боже, Ты мне даешь такой великий народ. Как с этим народом я могу справиться? Это Твои дети. Я не могу. Дай мне». И Моисей начинает молиться Богу, чтобы Бог ему дал мудрости, руководство, знания в отношении народа. И Бог ему все это дает. Помните, через жену, через папу жены, который дает ему советы. И он начинает принимать эти советы. И это работает в его жизни. Или мудрого Соломона возьмите. Когда Бог ему говорит: что тебе дать? Сегодня многие мужья избирают, они думают, что вот если он работает, я, братья, следующую субботу буду вас хвалить, некоторых из вас вообще, с которыми я лично знаком. Можно хвалить, конечно, всех, но я знаю некоторых, о которых я не могу сказать ничего плохого. Хотел бы, не получается. Буду говорить хорошее, но в следующую субботу, через субботу. Вы много трудитесь, вы работаете, молодцы, слава Богу, но это не все. Это не все. И мудрый Соломон это понимал. Он говорит: я понимаю, Бог ему говорит: денег проси, золото, драгоценности, власти, что хочешь. А он говорит: мне ничего не надо, дай мне мудрости, дай мне знания, ведение дай, дай откровение свыше. Итак, иметь вот это видение означает видеть Божью цель именно для твоей семьи, для твоей жизни, и знать, что делать в любых обстоятельствах жизни. Знать, что делать в любых обстоятельствах. Есть работа, нет работы. Есть здоровье, нет здоровья. Есть дети, нет детей. Знать, что делать в любых обстоятельствах жизни. 1 Тимофею, 3 глава, 14-15 текст. Опять, в подтверждение того, что именно Слово Божье, вот это Божье откровение, оно дает возможность человеку знать, что ему делать в тех или иных обстоятельствах. Павел пишет Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю», то есть, допустим, я не пришел вовремя, апостол Павел говорит, «то ты знал, как должно поступать». То есть, как должно себя вести, что ты должен делать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Знал, что делать. Приведу пример сегодняшней жизни, что происходит. Свадьба. Все, сыграли свадьбу, гости разошлись, сидят жена уже и муж, считают подарки, кто чего подарил, посчитали,
Он наступает утро, они сидят друг перед другом, пьют чай, и муж говорит ей: «Ну, что мы теперь будем делать?» У меня вопрос: слушай, как ты женился? Человек женился, сидит с своей женой и говорит: что мы будем делать? А ты разве не знаешь, что тебе нужно делать до того, как ты женился? Вы понимаете, в чем проблема, когда люди уже женились, потом у них вдруг вопрос появляется: а чем мы должны заниматься? А что женатые люди должны делать? Я что, как муж должен делать? А жена говорит: да ничего. Мне вот нравится. Давай просто ожидать Иисуса Христа. И ждут. Год. Уже я почти сколько? 16 лет на служении. Вы знаете, за 16 лет я видел столько бракосочетаний. И за молодоженами мне нравится наблюдать. Первый год. Они такие, как два голубка. За ручку держатся, приходят, рядышком садятся. Она ему головку на плечо кладет. Он сидит довольный. Год проходит. Год. Они уже приходят оба серьезные. Иногда не в одно и то же время. То есть он раньше или наоборот, она позже. Садятся уже чуть-чуть подальше друг от друга. Полтора года. Она сидит здесь, он сидит там. Все. Где-то? Любовь, куда она исчезла? А вот проблема заключается в том, что, вступая в брак, не знают вообще своего предназначения, для чего они, что им делать в браке. Или она ему говорит: мы куда с тобой идем? Он говорит: не переживай, когда придем, тогда узнаем, куда шли. Куда идем? Не знаю, куда идем. Вы знаете, вот, когда я читал книгу, читаю «Бытие», и то, что Бог мне открывает, я ему как бы задаю вопрос, я ему говорю: ну все-таки же там атмосфера все-таки еще рая была, не испорченности. Поймите, да? Они же, Адам был совершен, Бог его сотворил таким, а мы-то сегодня уже испорчены, грех внес свои какие-то коррективы. И поэтому я сразу хочу подчеркнуть, дорогие братья, дорогие сестры, мы говорим о том, что совершенно. Но вы должны все равно сделать учет на то, что мы несовершенны. И если какие-то видите проблемы в своей жизни, то есть вы увидите то, чего не хватает, сильно не страдайте мощно так. Поймите, что мы движемся. Иисус Христос говорит: будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. То есть не пренебрегайте этим, но и сразу себе такие высокие планки не ставьте. Конечно, у каждого свои мерки, но тем не менее вы должны понять, что... сестры, вас касается, не требуйте от мужей вот этого совершенного, что я говорю. И братья, мужья или мужчины, не требуйте совершенного того, о чем мы с вами говорим. Стремитесь. Не побуждайте каждый друг друга, а каждый сам старайся двигаться в этом направлении. А то можно избрать вот такую позицию, что будете друг друга укорять: ты не такой или ты не такой. Давайте мы с вами пример возьмем совершенного понимания того, кто, кем он является, предназначение его, для чего он послан на эту землю, что он будет делать. Давайте возьмем Иисуса Христа. Как пример, как образец. Евангелие от Луки, 2 глава, 49 текст, когда, будучи в возрасте 12 лет, они забыли его в Иерусалиме, ушли, увидели, что сына нет, вернулись, находят его в храме и говорят: что ты с нами сделал, пошли домой. Ты, говорит, меня и отца своего расстроил. На что Иисус отвечает? Что он отвечает? Он говорит: мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему. То есть, в этом отрывке, в этом тексте уже четко, конкретно видно, что Иисус в возрасте 12 лет знал, кем он является. Он знал свое предназначение. Дальше давайте еще один текст прочитаем. То есть, что он должен был сделать, знал он или нет? Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Сын человеческий пришел
И дальше начинает говорить, для чего? Для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Иисус четко и конкретно, если вы будете читать Евангелие, вы увидите, что Он знал, что Он Сын Божий, Он знал, что Он должен находиться в том, что принадлежит Его Отцу, и знал, что Он должен делать. Еще один пример – Иоанн Креститель. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 23 текст. Когда к нему приходят и говорят: «Ты Христос?» А он им говорит: «Нет». А они говорят: «А кто ты?» Он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне». И дальше он говорит, что он должен сделать. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы приготовить путь Господу». Вы понимаете, как здорово жить человеку, который знает, для чего его Бог в этот мир послал? Вы понимаете, как здорово, когда человек знает свое предназначение, знает цель, смысл? И Иоанн говорит: «Я знаю прекрасно, кто я и для чего я». И сегодня наши сестрички рассказывали детскую историю про апостола Павла. И вот если мы с вами откроем Римлянам первую главу, и в первом тексте, вообще практически в каждом послании апостол Павел это подчеркивает. Павел говорит: «Я знаю, кто я. Я раб Иисуса Христа». Знает, для чего он призван. И он говорит: «Я призванный апостол». Есть один текст, где написано, что апостол Павел говорит: «Я от чрева матери призванный апостол». Апостолы кинули жребий, когда Иуда предал, Иуда повесился, и вместо 12 стало 11 апостолов. Они говорят: «Давайте будем гадать на кофейной гуще, кто должен быть с нами». Взяли бумажки, ну я не знаю, как написали имена, наверное, скорее всего. Так, кто с нами был от начала? Этот был, этот, записали. Потом: «Петр, тяни». Петр руку засунул, вытащили. «О, Иаков». А Павел говорит: «Не Иаков апостол, не Иаков, а я апостол». Вы понимаете, какую Павел имел, я не знаю, дерзость? Он уверенность имел, что его Бог призвал. Откровение он свыше имел, правильно? Когда они рассказали историю, когда ему он ослеп, а потом прозрел. Ух, как бы мне хотелось, я своей женой разговаривал, говорю: «Слушай, не хочу я на эту тему проповедовать». Она говорит: «Почему?» Я говорю: «Потому что я сам до конца не могу сказать, что я все понимаю, ну для чего я живу, что я должен делать, вот до конца я не понимаю этого». Поэтому я вам сказал, что мы стремимся к этому, вот так, чтобы как апостол Павел я мог сказать: «От чрева матери я создан Богом для того, чтобы вот это делать, я не знаю». Но в отношении своей семьи, в отношении жены и детей я могу сказать. Почему? Потому что в Библии написано. И мы сегодня с вами будем в отношении именно этого говорить. Подумайте и ответьте себе. Мне не нужно отвечать, себе. Братья, мужчины, которые здесь присутствуют, а вы знаете свое предназначение, как апостол Павел, как Иисус и как Иоанн Креститель в отношении своей жизни, в отношении взаимоотношений в семье? Вот просто подумайте. Вы знаете, мы часто живем по принципу, который нам сказали. Когда-то мой папа мне сказал, он сказал: «От мужчины требуются три вещи». Кто может сказать из присутствующих, что от мужчины требуется? Дом, дерево и сына родить. И я говорю отцу: «Слушай, ну ты построил три дома, у тебя есть детей больше, чем три, и ты несколько раз был женатый, и деревьев ты кучу насадил. Деревья завяли, сыновья разбрелись, дома давно проданы». Вы понимаете, что не в этом предназначение мужчины.
построить дом, за ним нужно ухаживать. Родить сына, его нужно воспитывать, кормить, его нужно вырастить, сделать достойным человеком этого общества. И посадить дерево, его нужно поливать. Его нужно огородить, чтобы оно выросло. Поэтому, друзья мои, не все потеряно, ободритесь, возрадуйтесь. Евангелие от Марка, 8 глава, 22-25 текст. Когда Иисус шел мимо одного города и пришел в Вифсаиду, привели к нему слепого. Слепой стоит. И просят, прикоснись к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему в глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руку на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно, все ясно. Я себе так думаю, что в отношении своей жизни, своего предназначения порой получается так, что мы с вами, мужчины, видим все сквозь тусклое стекло, гадательно. Но если мы с вами обратимся к Богу, если обратимся вот к этому откровению Божьему и попросим у Бога просто тихо в доме, в молитве, и здесь в доме молитвы, и у себя в доме, где вы молитесь, попросите у Христа видеть. Попросите у Христа откровение. И тут даже вообще посторонние люди привели. И Христос, написано, помолился. Сразу стал видеть? Не сразу. Правда? Пришлось два раза молиться. И так же, может, и в нашей жизни будет происходить. Не сразу все увидим, но тем не менее мы увидим это. Итак, давайте сделаем первый вывод. Лидер – это тот, кто знает свое предназначение, он имеет от Бога откровение и знает, что ему делать со своей семьей и со своей жизнью. Вот что значит быть лидером. Лидер, он знает, куда идет, и знает, что ему делать в любых обстоятельствах жизни. Как нам с вами этого достичь? Как нам этого увидеть? Я как-то вам говорил о еврейском брачном завете. Брачный завет называется ктуба. Если возможно, Андрюш, знаешь, как надо сделать? Надо вот эту половинку увеличить. Попробую ее в этом увеличить. Чтобы, мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что еврей говорит своей жене, что он обещает своей жене. Кто ктубу вообще посмотрел в интернете? Кто залез и посмотрел, что это такое ктуба? Никто? Ну, сестры, хоть вы посмотрите. Братья и сестры, зайдите в интернет, прочитайте ктубу. Не эту часть, вот ту, другую давай. Еще можно увеличить? Ага, вот хорошо. Вот здесь. Так. Здесь, в городе таком-то, я, имя жениха, сын такого-то, сказал дочери имя такое-то, будь мне женою согласно закону Моисея, Израиля. И дальше он ей говорит, а я буду работать для тебя, уважать, кормить, обеспечивать тебя, как принято у еврейских мужчин, которые честно работают для своих жен, уважают, кормят и обеспечивают своих жен поистине. И дам тебе, и он пишет, и я дам тебе, и тут имя невесты, и дальше говорится, какой чемодан с деньгами он принес. Вот что говорит еврей, когда вступает в завет. Что он ей обещает? Что он гарантирует? Сестры, надо подумать. Это не замужние еще. Может быть, стоит выйти замуж за еврея, который сразу обещает все. Вы слышите, что он обещает?
Он обещает: я буду любить тебя, я буду обеспечивать тебя, ты будешь счастливой женщиной. И что я могу это сделать? Я принес вот чемодан с деньгами. Смотри, я трудоспособен, я могу сделать тебя счастливой женщиной. Правильно, они не пьют при этом еще. У меня вопрос. Вы знаете, почему еврей может это сказать и сделать? Вы слышите разницу? Он может это сказать и сделать. А мы не можем этого сказать. Сказать-то мы можем чаще всего. А сделать не получается. Ну, не наша вина, не наша. Братья и сестры, вы должны понять. Мне лично всегда внушали. Вот я спрашивал, допустим, своих родителей. Мама, папа, а что значит быть там хорошим мужем? Что значит хорошая жена? Я помню, бабушка все время вмешивалась и говорила: они ничего не понимают в этом. Послушай меня, главное не любовь, а главное это практика, там надо выбрать жену, которая хозяйственная будет, стерпится, слюбится. Все. И ты голову ломаешь, что значит хорошая семья, что значит быть хорошим мужем. Кого из здесь присутствующих родители учили с детства? Вот вы родились, вы мальчик, вы родились, и вас мама и папа начинают учить. Папа тебе говорит: сынок, есть Бог, вот заповеди Божьи. У тебя будет жена, у тебя будут дети, ты должен обеспечивать свою семью, ты должен быть достопочтенным гражданином своего общества, ты должен ухаживать за своей женой, ты должен воспитать своих детей, ты должен обеспечить их имуществом, ты должен думать даже о своих внуках. Кому это было сказано из здесь присутствующих? Да, видите, то есть нас никто ничему не учил, и поэтому мы женились, замуж вышли, и потом мы начинаем сидеть и думать, а что значит быть настоящим мужем, настоящей женой? Так вот, иудеи живут по принципам, которые изложил Бог в книге «Бытие». Они живут по принципам, об которых мы сегодня с вами говорили, когда еврей говорит: вот есть заповедь о вопросе своей жены. Бери вот так эту заповедь, зажимай между пальцами и начинай наматывать, и начинай проговаривать эти заповеди. Наматывай их, вокруг шеи навиши, на лоб себе повесь эти заповеди. Ходи, читай эти заповеди. И когда вы книгу притчи читаете, там написано: «Настав юношу в начале пути своего, и не собьется в старости». Я сегодня говорил, один из самых древних народов, евреи, 6 тысяч лет почти существуют, 3,5 тысячи лет, приумножаю, 3,5 тысячи лет евреи существуют. Сколько людей хотело их уничтожить? И живут под натиском всего этого мира. Поэтому, друзья мои, с чего нужно начать? Братья, нам нужно поверить в то, что мы Богом сотворены таким образом, чтобы быть лидерами. Нас Бог такими сотворил. Снова возвращаемся к книге «Бытие». 1 глава, 28 стих. Бог не может говорить нам: владычествуй и управляй, если Он нам не дал для этого все необходимое. Если Он нас не устроил таким образом, чтобы мы управляли и владычествовали, Он не мог нам ничего этого сказать. Он нас сотворил такими, мы устроены так. И сейчас мы с вами поговорим, как же мы с вами устроены. В книге Иаиль, во 2 главе, 28 тексте, это пророчество в отношении последнего времени, мои дорогие друзья, в отношении последнего времени. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть». И будут пророчествовать женщины, и дочери их будут видеть видение. Я правильно читаю? А что тишина такая? Библию открыли кто-нибудь? Как тут написано? Я же не так читаю. Что тут написано? И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И старцам вашим будут сниться сны,
и юноши ваши будут видеть видение. Видение, видение. Кому дано видение? Мужчинам, юношам, мужчинам. Они видят видение, они видят откровение. Давид пишет в Псалме 138, 14 тексте, он говорит: «Господь, я славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны для меня дела Твои, и душа моя вполне осознает это». Как же мы с вами устроены, братья, чтобы быть лидерами, чтобы быть теми людьми, которые видят цель и идут к этой цели? Давайте мы посмотрим на наше устройство. Как сестры устроены, как женщины реагируют на трудности в жизни? Как они реагируют? Я хотел одну картинку еще показать. Там женщина кричит, муж такой стоит с невозмутимым видом, все это дело слушает. Книга Иова, 2 глава, 9 стих. Книга Иова, 2 глава, 9 стих. «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Женщины были созданы Богом таким образом, чтобы переносить свои переживания на других людей. Но это неплохо, это хорошо. Дело в том, что когда они делятся своими эмоциями с другими людьми, то тем самым они как бы отключаются от личного переживания. Они передают то, что чувствуют, другим людям. И так сделал Бог, это хорошо. Но другой, это значит, мужчина должен. Мужчине надо передавать. Почему женщина должна передавать мужчине? Да потому что у мужчины более устойчивая психика. Возьмите Моисея в пример. Если вы вспомните книгу Исход, 14 главу, с 12 по 14 текст, когда народ Божий подошел к морю, и эти египтяне давили отсюда, здесь море, здесь горы, им деваться некуда, и мы читаем с вами, они начинают возмущаться. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». То есть, другими словами, там же, помните, Марьяму упоминается, да? Я себе картинку такую представляю. Марьям подбегает, она же все время там что-то бегала, возмущалась что-то там. Вот она к нему подбегает: «А, Моисей, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля», кричит. А он ей говорит: «Все нормально. Чего ты переживаешь? Все будет хорошо». То есть, другими словами, он как бы ей говорит: «Все будет хорошо, успокойся». «Да ничего не будет хорошо, все тут эти, понимаешь ли, сейчас нас утопят, сейчас нас всех уничтожат, всех убьют». А он говорит: «Не переживай, все будет хорошо». Я помню, фильм смотрел, называется «Экипаж», старый наш еще советский фильм. И там они прилетают, чтобы спасать раненых, землетрясение, там уже вулкан, селевой поток пошел, и полоса разрушена эта взлетная, стоят эти мужчины. И там женщина одна, армянка, по-моему, по национальности, она такая стоит, смотрит и как закричит: «Мужчины, ну сделайте хоть что-нибудь!» И капитан этого корабля говорит: «В горы идти не можем, раненые, взлетать не можем, полоса разрушена. Ну что ж, будем взлетать». Спокойно, уравновешенно. Моисей сделал то же самое. Но если вы почитаете текст дальше, в 15 стих, то вы увидите, что Моисей тоже переживал. Моисей тоже нервничал. Но по нему не было этого видно. Моисей не передал свои эмоции тем, кто окружал его. Смотрите, что он говорит. «Слышал ли ты, что я сказал им?» Ну, я им сказал: «Все будет хорошо». Дальше же он молится Богу и говорит: «О Боже, пожалуйста, помоги». Бог сказал Моисею. Бог Моисею говорит: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, все будет хорошо». Моисей после того, когда сказал «все будет хорошо», сам к Богу идет и говорит: «Катастрофа! Что делать?» Бог ему говорит: «Успокойся, иди скажи, все нормально будет». То есть вы видите, Моисей отдельно, он не передает свои эмоции. Он так Богом сотворен, чтобы не заражать своими вот этими негативными переживаниями других, свою семью.
Если вы спросите вот у моей жены, вот я стою здесь за кафедрой, я вам хочу сказать, многие вещи моя жена узнает через полгода и начинает мне говорить: слушай, а что ты мне не сказал, что вот это было, вот это было? Я ей говорю: зачем я буду говорить, чтобы ты нервничала? Зачем делать так, чтобы твоя жена или женщина твоя переживала? Зачем? Ты мужчина, ты должен быть как царь. У тебя должно быть железное спокойствие. Тебя таким сделал Бог, мой дорогой брат. Мужчина, послушай, тебя Бог сделал таким. Может быть, тебя мама неправильно воспитывала, и ты реагируешь, как я показал. Помните там эту картинку, у тебя слезы сразу начинают, ты ручками начинаешь. У моей жены есть интересное выражение, я не скажу его, но она как скажет, вообще интересно, она говорит. Она говорит, сразу эти слезки из глаз, и ручки растут не из того места, сразу же, когда только неприятность появляется. Нет! Не верьте этому. Верьте то, что о вас Бог говорит. А Бог говорит, что я сделал вас вот такими. Вы спокойные и уравновешенные. Если вы переживаете, то переживайте внутри. Не с женой делитесь, не со всеми делитесь своими переживаниями, а идите поделитесь с Богом. Ты лидер, ты руководитель. Еще что значит быть лидером? Что значит лидер? Книга Иисуса Навина, 1 глава, 6 текст. Иисус Навин был лидером после Моисея. Он вел народ за собой. Более 3 миллионов человек. Иисус встречает его и начинает с ним разговор. Иисуса Навина волновало будущее. Иисус говорит Иисусу Навину: «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую клялся отцам их дать им». Мужчина должен быть твердым и мужественным. Я когда читал в духе пророчества о том, как сотворен Адам, он был более 4 метров роста, более 700 килограмм. И я еще вот почитал о том, что кожа у мужчины на 20% толще, чем у женщины. Помните, я вам говорил? Такой он. И он более физически сильный. Это не обязательно, что вы должны быть как Шварценеггер или, я не знаю, как Сталлоне мощный. Не об этом идет речь. Быть твердым и мужественным значит в любых обстоятельствах жизни. Я не случайно взял вот эти слайды. Это написано в Брестской крепости. Немецко-фашистская армия далеко продвинулась на восток. А в Брестской крепости оставались мужчины. Мужчины оставались, которые писали следующее. Вот здесь написано: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Вы слышите, что значит быть сильным мужчиной? Мужественным человеком. Это тот человек, который готов умереть за свою семью, но он не сдается. Он никогда не сдается. Иисус говорит, и он говорит: «Я вас такими сделал». Проблема в чем? Что мы не верим в это. Нам внушили совершенно другие картинки. Нам внушили, что мы там плаксивые такие, мы должны плакать. Нет. Бог сделал нас сильными. Мы сильные. И он говорит: будь тверд и мужественен. Держись за то, что Бог тебе дал. Нисколько не сомневайся в этом. Как они выглядели, эти люди? Вы хотите сказать, что вот этот человек отличается от здесь присутствующих? Это один из последних, кто оставался в Брестской крепости. Один из последних людей, который оставался в Брестской крепости. Говорят, когда он вышел, он был совершенно слепой, потому что бегал там в этих катакомбах, он ничего не видел. И его не расстреляли только по той причине, что немецкий генерал сказал о том, что это великий солдат, это великий воин. И ему ничего не сделали, он продолжал жить, дожил до какого-то там 70-го, что ли, года, 1970-го года дожил в России. Вот что значит быть твердым и мужественным. Не обязательно иметь большие плечи, как у Шварценеггера, и бицепсы огромные. Нет, нужно быть внутренне сильным. Бог нас сделал такими. Что значит быть лидером? Сильным надо быть в любых обстоятельствах жизни. Какие мы еще с вами, друзья мои? Братья, мы выдающиеся. Я просто поражаюсь, каким нас сделал Бог.
У нас голова устроена немножко по-другому. Какие у нас мысли? Андрюш, ты можешь это тоже увеличить? Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, как мыслит женщина. Вот женщина, кто сможет, по крайней мере, прочитать. Это слишком ты увеличил, пониже, поменьше чуть. Вот, хорошо. У мужчины насчет действий принимает и обрабатывает информацию пошагово, учитывая только прямолинейные связи. То есть он логик, он учитывает... Наш мозг, братья, с вами устроен таким образом, что мы собираем информацию, и на нас ничего постороннее не влияет. Мы думаем прямолинейно, все. Если это мысль о том, где достать денег, заработать, мы думаем только об этом. Женщины как думают? Одновременно воспринимают и анализируют всю доступную информацию, просчитывая множество вариантов развития. Они говорят, а вдруг вот так это произойдет? Ой, или вот так это может произойти? Ой-ой-ой-ой-ой. Мужчина по-другому устроен. Все, обстоятельства, он начинает думать, собирает информацию. Еще как у нас с вами мозг устроен, братья. Запоминает объекты и их форму. А женщина что делает? Реагирует на людей, лица и цвета. А ты запоминаешь объект и форму. У тебя мозг по-другому работает. Еще что? За речь отвечает левое полушарие. Отдельной области нет. Речь для мужчины – средство скупой передачи фактов. Они говорят короткими, однозначными предложениями, высказывая в каждом одну четкую мысль. Жена говорит, поговори со мной. Он говорит, я сегодня заработал 3000 рублей. Как ты меня любишь? Люблю. Женщины, это как бы, чтобы вы тоже могли понимать, вы не можете от мужчины требовать, чтобы он был женщиной, потому что вам хочется поговорить, пощебетать, вы так устроены, и вы говорите мужу своему, вы говорите, он меня не любит, он со мной там не общается. Как он с тобой будет общаться, если его Бог таким сделал, его Бог сделал решать проблемы, не требуя от него женственности? Кстати, я читал одну очень интересную информацию, что женщинам нравятся смазливые мужчины, но замуж они выходят за мужественных. Понимаете разницу? Да. И дальше. Андрюш, выше чуть-чуть подними. Информация сортируется, в конце дня складывается в архив, до того момента, когда он потребуется мужчине, и он о ней забывает. Только до того момента, когда нужно воспользоваться этой информацией. Мы так сотворены Богом, братья. Бог нас такими сделал. Если специально область в правом полушарии мозга мужчины мысленно видит местность в трехмерном измерении и свободно прокладывает себе дорогу в нужном направлении. Сколько я ездил на машине со своей женой и говорю ей, Валя, вот руль, вперед. Она мне все время спрашивает, как туда проехать? Я говорю, слушай, мы там 200 раз были. Она говорит, я не знаю, как туда ехать. Говори, куда поворачивать. То есть женщины устроены по-другому. Они не могут ориентироваться в пространстве. Есть исключения, конечно. Братья, но мы можем с вами строить даже картинки в трехмерном измерении. Я интересную вещь замечал, что мужчину берут в городе, вот так, допустим, в западной части его высадили, и он садится и думает, как город устроен. Чик-чик-чик-чик, выстроил, и такой, ага, мне туда. Как ты можешь туда идти? Он говорит, все, я посчитал, мне нужно туда. И он просто может двигаться в направлении и попадет в нужную точку. Вы так сделаны, нас Бог так сделал, братья. Вот что значит быть лидером. Лидер – это тот, который просто умеет работать головой, включает все, что Бог нам дал. Если вы верите в это работает. Не верите – это не работает. Вы начинаете ручками, ножками дергать. Поверьте, что нас такими Бог сделал. Как мы дивно устроены. Я вот смотрю, как мы устроены. Диву даюсь. Отличительная работа мозга. И еще одну вещь хочу показать. Андрюш, следующий слайд. В чем отличие мужской логики и женской? Женская интересная, но мужская правильная.
Женский интерес. Всегда женщины что-то интересное предлагают. Но мужчины правильно предлагают. И если посмотреть на женский мозг, как он устроен, то у вас очень много огоньков. Видите, много светится. Связи много в голове. А у мужчин мало. Но зато как горят. Вы видите? Вы, братья, вы вот только подумайте, как вас Бог сотворил. Он сотворил вас быть сильными, быть умными, логически мыслящими. Он вас сделал так, что ваш мозг в любую вас ситуацию погрузи, если вы воспользуетесь тем, что вам Бог дал, вы решите любую проблему. Конечно, с Божьей помощью, конечно, с Божьим повелением, с Божьим откровением, но нужно в это верить, этим нужно пользоваться. Мы вчера вот говорили в пятницу на служении о здоровом образе жизни. Бог говорит, что Он наш врач, но тем не менее, смотрите, Он дает и закон о правильной пище, Он дает закон о том, что нужно ходить в душ. Он же дает эти законы, правильно? Он же их не убирает, хотя и говорит, я врач твой. И если ты начинаешь законы нарушать, то ты начинаешь болеть. Бог нам это все дал, братья. Мы обладаем этими качествами. Нужно ими просто пользоваться, нужно поверить в это, что мы такие. Вот еще чем отличается вот это. Сестры, вы очень сильно ругаетесь на мужей. Сейчас вот проверю, есть это или нет. Вы приготовили обед или ужин. Мужу сказали, пойди розетки отремонтируй. Он ушел, ремонтирует розетки. Вы подогрели ужин и зовете. Там, Саша, иди ужинать. Сестры, поднимите руку, чей муж сразу идет. А что происходит? Давайте, что происходит дальше? Вы идете и говорите, Саша, ну уже ужин остыл. Он говорит, подожди. Почему? Правильно, пока не доделает муж. Мы с вами, братья, сотворены таким образом, что если мы уж взялись за что-то, мы пытаемся это довести до конца. Вот как чудно нас Бог устроил. Вот что значит быть лидером. А вы, сестры, обижаетесь. Не нужно обижаться, нужно говорить, молодец. Еще что-нибудь дайте, пусть доделает. Давайте вывод сделаем. Дорогие мои друзья, братья мои, возлюбленные, мужчины, которые здесь присутствуют, и юноши, которые здесь присутствуют, Бог хочет с вами лично разговаривать. Он хочет дать каждому здесь присутствующему откровение. Почему? Потому что Он нас таким образом устроил. Он же наш Создатель. И если у тебя есть желание понять, что тебе нужно делать и в каком направлении двигаться, тебе нужно подойти к Богу, и Он тебе скажет. Почему? Потому что Он тебе так сотворил. Итак, первое. Лидер – это тот, кто знает свое предназначение и знает, что делать. Второе. Ты сотворен быть лидером. Ты сотворен от Бога получать информацию и двигаться, достигать поставленной задачи и поставленной цели. Но необходимы условия для того, чтобы все это получить. Условия необходимы. Первое условие, которое я уже говорил в прошлый раз. Вспомнили? Братья, мы с вами должны быть подотчетны Христу. Наш Господин должен быть Христос. Он наш Царь и Управитель нашей жизни. Если это будет в нашей жизни, то мы будем слышать то, что Он нам говорит. Мы будем подчиняться тому, что Он нам говорит. Если Христос не наш руководитель, то мы не сможем услышать от Него. Поэтому первое, что нужно сделать, 1 Коринфянам, 11 глава, 3 текст. «Всякому мужу глава Христос». Вы слышите, братья? Христос наш глава. Самое важное, что может сделать мужчина, это принять главенство Христа и следовать за Ним каждый день, чтобы получить Его откровение. Иисус Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». «Я есть путь, истина и жизнь».
Мы чудно сотворены. Но если мы то, что вот это в нас есть, не отдадим под отчетность Господу, это может нам навредить, это можно будет направить не в ту сторону, не к тем целям нас поведет. Поэтому первое, что нужно сделать, это быть подотчетному Христу. Второе, что нужно сделать, мне часто подходят там братья или сестры и говорят: так, пастор, давай, учи меня жить, давай, расскажи, как мне жить. И у меня создается впечатление, что иной раз люди думают, что только пастора задача находиться в присутствии Божьем. Ничего подобного. Мои дорогие братья, Бог сказал: вы священники, вы должны быть в доме священниками. Поэтому второе, что нужно сделать, молитесь, общайтесь с Богом, находите время отношения с Ним. Третье, что делаете, читайте Библию, потому что Бог говорит не только через молитву, не только откровение дает через молитву, но и через чтение Писания. Третье, что делаете, прислушивайтесь к мудрым советам, Мудрые советы. Есть люди, которых Бог посылает. Вы понимаете, не всегда они будут, может быть, даже вашей деноминации, эти люди, или, может, не всегда принадлежат к вашей церкви. Ну, послушайте вот на вот это мудрое высказывание. «Вчера я был умным и хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, поэтому меняю себя». Ну что? Это же замечательные слова. Кто сказал? Леонардо Ди Каприо, кинозвезда. Я вам не говорю, что кинозвезд слушать, я просто хочу вам показать, что Бог иногда говорит через людей. Научитесь мудрость слушать, которая вам приходит откуда-то. И я хочу подметить, дорогие братья, что это дано вам, Не сестры обладают этим качеством лидера, они порой берут на себя это качество, но не будет там благодатной атмосферы в семье. Если ты лидер, тебя Бог сделал лидером, ты будь лидером. Поверь, что ты лидер, и слушай, что тебе говорит Слово Божье, в молитве, что тебе Дух Божий говорит, и прислушайся к мудрости, которая звучит из уст других людей. И если ты это будешь делать все, то Христос поведет тебя за собой, даст тебе откровение, и твоя семья будет счастливой семьей. Ты будешь знать свое предназначение и будешь знать, что тебе делать в любых обстоятельствах твоей жизни. Ты лидер. Тебя Бог сотворил ведением обладать, знать, что делать, куда идти и в чем нуждается твоя семья, в чем нуждается твоя церковь. Ты все это должен видеть. И да благословит нас Господь. Давайте мы сделаем третий вывод. Ты обретешь видение, если признаешь владычество Христа и будешь послушен Господу. Итак, лидер – это тот, кто знает свое предназначение и знает, что делать, чтобы достичь этого. Ты, мой дорогой друг, и я тоже, сотворен иметь видение и быть лидером. И третье – ты обретешь это видение, если признаешь владычество Христа и будешь послушен Ему. Аминь. Молимся. Наш Отец Небесный, как Давид, хочется сказать: Господь, славно Ты сотворил меня, дивно, чудно устроен я, Господь, я прославляю Тебя. Молю Тебя, Отец Небесный, помоги нам всем, братьям здесь присутствующим, сестрам, увидеть благодать, благословение, которое Ты посылаешь нам в окружающем нас мире, в окружающем нас людях. Как в Римлянам записано, что все, что нужно сказать о Боге, уже давно сказано, через рассматривание творений видно руку Господа, руку Творца. Господи Боже наш, Ты сотворил нас для славы Твоей. И мы просим Тебя, помоги нам, Отец Небесный, в этом греховном мире, в этом испорченном мире, в этом мире, который далеко откатился уже от того состояния, в котором был изначально сотворен Тобою. Мы Тебя сегодня просим, вот я прошу за братьев своих, за мужчин, за молодых людей, за парней, Господь, благослови нас и дай нам Твое откровение, дай нам видение, дай нам поверить в то, что мы лидеры, Господь.
Мы те люди, которые Ты сотворил, чтобы мы видели, что нам делать, чтобы мы видели, куда идти, чтобы, как апостол Павел, мы могли сказать: «Я знаю, для чего я живу от чрева матери. Я знаю, что я буду делать в любых обстоятельствах жизни». Во имя Иисуса Христа, Господь, благослови, чтобы, рассматривая нашу церковь, со стороны люди увидели Твою благодать, Твою силу, Твою милость, Твою благость, Твою щедрость, Твое могущество, Твое великолепие. Благослови нас, Отец Небесный, всегда помнить, что рай – это не место, а рай – это атмосфера. И рай мы можем сами здесь создать, здесь, на земле, хотя бы частицу этого рая. Но если мы не изменяемся, если не изменяется наш характер, куда нас не помести, то та атмосфера будет испорчена. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас уразуметь это и двигаться в направленном направлении. Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Да благословит нас Господь. Сам, не в силах взор поднять свой к небесам, парить в облаках и звезд касаться золотых. Ты верой и надеждой неземной, лучом любви над грешною душой, касаешься осторожно сердца струн святых. И тогда Тебе поет моя душа, хором ангелов встречают небеса. Свят велик, достоин славы и хвалы во век веков, Отец мой Бог, создавший тысячи миров. Прихожу к Тебе таким, с разбитым сердцем, разумом пустым, и Ты наполняешь все собой, и счастлив я. И небо от любви такой большой вдруг опустилось низко над землей, любовью своею обнимаешь Ты меня. И тогда Тебе поет моя душа, хором ангелов встречают небеса. Свят велик, Господь достоин и хвалы во век веков, Отец мой Бог, создавший тысячи миров. И тогда Тебе поет моя душа, хором ангелов встречают небеса. Свят велик, достоин славы и хвалы во век веков, Отец мой Бог, создавший тысячи миров. Свят велик, достоин славы и хвалы во век веков, Отец мой Бог, создавший тысячи миров.
А сейчас, дорогая церковь, споем нашему Богу гимн «Пусть жизнь моя, как яркий свет», номер 250. Сейчас объявляется сбор добровольных пожертвований на коммунальные платежи. Дорогие братья и сестры, как ни прекрасно и неприятно всем нам быть вместе, но время нашего служения подходит к своему завершению, заключению. Трудно расставаться с вами, хотелось бы еще пообщаться вместе. Ну, у кого есть время и возможность, давайте оставайтесь друг с другом общения. Пусть будет у вас в течение всего субботнего дня. Может быть, кто-то к родственникам пойдет. Благословляйте родных и близких своих. Кому больше всего не хочется идти, к теме идите. Пусть Господь их благословит. У нас есть с вами возможность помолиться.
Я приглашаю церковь совершить тихие молитвы над вот этими нуждами, просьбами, которые здесь есть. Если есть у вас какое-то желание тайное, не переживайте, пишите. Эти записки читает только Елена Александровна одна. То, что если вы напишете, что это тайна, она никуда не денет, она просто-напросто эту записочку потом уничтожит, но будет молиться за них. Вся молитвенная группа будет молиться за ваши нужды, за ваши переживания, за ваши желания и чаяния сердечные. Тихие молитвы за свои нужды и за те, которые сюда, в эту корзиночку, наши братья и сестры опустили. Человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый наш Господь, Создатель, Искупитель Иисус, все вот эти молитвенные просьбы, молитвенные нужды, благодарности молитвенные пред Твоим престолом мы приносим. К ногам Твоим, Господь, опускаем их и просим Тебя по милости Твоей, по благости Твоей, благослови. Прежде чем эти просьбы на бумаге были изложены, Господь, прежде чем они даже сформировались в нашем разуме, Слово Твое говорит, Ты знал уже их совершенно. И мы, Господь, просим Тебя, исполни нас веры в Твое святое присутствие здесь, на этом собрании. Исполни нас веры, что Ты слышишь приходящего к Тебе. Исполни нас веры, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь вон, что Ты выслушиваешь просьбу и по милости и множеству щедрот Твоих благословляешь. И мы Тебя просим, как вся церковь, Господь, как дети Твои, благослови отеческим благословением. Кого нужно исцелить, исцели. Кому нужна работа, пожалуйста, помоги найти. Кому нужны средства для существования, Отец Небесный, дай возможность решить, кто, Господь, страждет, кто болен физически или духовно, или душевно страдания имеет. Отец наш, прикоснись и исцели. Потому что в Слове Твоем сказано, что Ты любишь благословлять народ Твой, любишь миловать. И да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. И да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. И да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь.